люди добрые, по палату грановитую. Добрые молодцы на красной девице, приглашенные и родители. Сегодня праздник, последний звонок. Последний звонок на последний урок. Как быстро настала прощальная дата. Как быстро пришел расставание час. Образование, мы, руководители, все учителя.
селяне. Говорят вам по традиции ни пуха, ни пера. Продвинил звонок на последний урок. И не знаете вы эти знания, получайте и притворяйте их в жизнь. Будьте же достойными, будьте же достойными ваших дедов. Как были ваши деды, крепко стояли на своих ногах, так и вы стоите на своих ногах. Счастливой вам дороги, как говорят, ни пуха, ни пера, ваши счастливые, веселые. Родители 11 Б класса. Прекрасный порядок в жизни человека – это юность. Она совпадает с незабываемыми школьными годами. Сегодня в школе огромный праздник. На ее стволе 11-классники 95 года оставляют очередное 32-е годичное кольцо. Мы всегда испытывали, сегодня все испытываем чувство прекрасной грусти. Последний звонок – это символ начала отсчета времени в большую самостоятельную нокернистскую дорогу. Фундаментом для наших детей явилась школа номер 12. Нам повезло. Повезло в том, что 12-я школа – это авторитетная школа в родиноносном городе Хабаровске. Мы имеем полное право сказать о богатом опыте профессионального педагогического коллектива, воспитателей, педагогов-мастеров этого учебного заведения, которое руководит уже более четверти века, присутствующий в этом зале, на самом деле так думает, и их мысли соединены с им настроением. Дорогие наши учителя, мы искренне вам благодарны за труд, который соизмерен с цифрами. Он оценивается в другом ребенке. Учитель открыл личность, открыл прежде всего для него самого и подчеркнул значимость каждого в отдельности и коллектива в целом. Пусть ваша трудовая биография не завершится в законные 55 лет. Желаю женского, материнского и отцовского счастья. Пусть ваши прекрасные лица всегда озаряет улыбка. Ольга Павловна. Дорогая Ольга Павловна, дружная семья. Что такое семья? Это учитель, родитель и я. Спасибо вам за то, что вы с большим успехом преодолеете эти трудности. Дорогие девчонки и мальчишки, светлого вам пути, пусть сбудутся ваши мечты. Окружают вас преданные друзья, пусть ваши паруса наполнятся ветром. Улыбок, счастья и здоровья вам. Спасибо, спасибо, школа. Вам поэтов.
вот, которых вам, в общем-то, предстоит отгадать. Суть экзамена – угадать поэта. Понятно? Да, и вам надо ответить на пародии на какого поэта. Итак, готовы? Серого козла, козел томим духовной жаждой, в дремучий лес ушел однажды и растерзал его там волк. Козлиный глаз навек умолк. Остались бабушки лишь ножки, утехой минувших дней, и память о козле больней лишь поглядит на козьи рожки. Сейчас он убежал, мой плотник, что тебе я сделала? И серым волком в том бору похищенное, похищенное, ты счастье мое не пру, не му, сожратое, сожренное. Только ножки, дорога, вот, ножки, дорога, успела я прибрать от зверского врага. Мой козлик, что тебе я сделала? Как жить теперь в сухом огне, как в стену идти заледенелую? Вот что ты, козлик, сделал мне. Ой, козлик, что ты так словно ха-хо-хе-хи. Великолепно мною уловлены старухины все грехи. Дряной старухиной хаты возле разрушенный был хлев. Маленький, миленький, серенький козлик валялся там на земле. Вздумалось козлику в лес погулять, какое же дело мне? Но я, старуха, аккумулятор загубленных козью дней. А мне, козлы, те, кого обидели, всего роднее и ближе, видели, как собака бьющую руку лижет. Напали на козлика серые волки, душу кровью облив. Встала дыбом испуганным колким седая щетина земли. Остались бабушки рожки да ножки, теперь ей козе какой? В алтаре Альмате звезды крошки святыми упокой. Елена Юрьевна, у меня такое предложение, они там вот отвечают, я вот даже вот это стихотворение не буду читать, а вы можете даже сокращенный вариант, я смотрю, не первый строчек уже все, да? А то у них тут даже немного, да, то у нас наша бабка громко плачет, где мой кот, где он скачет? Полна бабка, плачь, не плачь, в лес умчался твой рогач. А живут в лесном поселке живодеры, злые волки, и напали на него ни с того и ни с сего. Повалили козью на пол, оторвали козьи лапы, грызли спинку, шейку, грудь, козью на муж не вернуть. Тащит бабка по дорожке козьи ножки, козьи рожки. Ни за что я их не брошу, потому что он хороший. И последнее, что мы хотим тоже вам отдать, это вот такие маленькие сердца. Нам бы хотелось, может быть, и кому-то из вас захочется оставить. Первые открытия на этой планете вы совершили с человеком, который имеет самое прекрасное звание на Земле. Первый учитель. Он открывал вам мир, дарил свою любовь, душевное тепло. Своего первого учителя люди помнят всю жизнь. Вспоминает о нем. Из города Алушты и Людмила Владимировна Абаленская.
начали мы учебный год с вами песней «Первоклашка», где делалось о том, что «Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня праздник, он серьезный и веселый, встреча первая со школой». А потом мы отправились смотреть фильм «Утро без ответа». Но, к сожалению, тогда у нас еще не было такого правила. Вот сейчас мы в классе не ставим ответ. А тогда мы столкнулись с множеством проблем. И первый класс прошел в душевных муках, он результат упорного труда. Бывали неудачи, потому как согласные дети с нами не всегда. И в этих хибарениях и наша земля, наши
Они не ожидали от нас непрерывной известности, но предпочитали известный запас, порядочный и честный. Многие мощности, которые были в возрасте, лично участвовали в жизни, и не так, как и имели крепкие душевные гостя, уважали свои дела. Многие заслужили, но очень так. Который выпуск уже на вашем счету. Сколько детей вы проводили, как нелегкую судьбу. А лучше наш человек будет нам скоро школу покидать. Благодарность за работу, о том, что сделали для нас, хотел бы пожелать вам счастья. И чтобы еще много лет смотрели вы с неслежным взглядом. Те, кто из школы вылезли. Те школьные мечты, что вы дарили нам, и мы вам благодарны. Спасибо за тепло, спасибо за добро, спасибо за то, что все было хорошо. Спасибо за то, что с бесстрашным развитием до школы миром вы сделали. Ждет нас взрослая жизнь, ждут мы. Спасибо за тепло, спасибо за добро, спасибо за то, что все было хорошо. Спасибо за то, что здесь страшный раскрыт, наш школьный мир, мы сберегли. Где-то за окном, словно за бортом,
хотел. Домини стихов, домини стихов, мимо нас плывет детство. Домини стихов, домини стихов, мимо нас плывет детство. Музыка нас связала, ждали на нас лица. Тем, у кого отпустим ответ, нас не разбудит, вас не забудет, нет. Нет, жизни только школьный день, по которой так хочется жить. Okay.
спасибо за маленький талон. За справку, что учу всем детям, доброту, внимание. И просто так спасибо вам и низкий вам поклон. Привет!
нам уроки. Несмотря ни на что, вот это очень скромный подарок. Спасибо, сын. Ну что ж, я хочу заключить в своем вступлении словами вот этой прекрасной песни, которую исполняет Шуфутинский. Пусть для вас всегда горят свечи, а они будут всегда для вас гореть, потому что они сделаны из воска. Одна свеча прогорает, вслед за ней загорается другая. Пусть всю жизнь вам светят свечи. И для всех, уважаемые выпускники, уважаемые учителя, родители и гости, наш творческий подарок. Thank you.
потому что в каждом пожелании есть истина жизни. Вот сейчас для вас такой вот урок теории про жизнь. Это то, что хотят вам искренне подарить родители, пожелать. Так, прежде всего, поздравляю вас с окончанием школы. Добрый день. А главное, чтобы вы выбрали себе жизнь и правильную дорогу. А прежде чем ее выбрать, все время сейчас. 10 лет. Вот мы все. 10 лет. Вы вспоминаете, как вы были в первом классе? А я сегодня вижу вас к зубному врачу. Как мы вас водили к терапевту. Как мы водили вас в библиотеку. Водили в музей. Везде. Я как вспомню, как... Мне прямо... Не знаю, вот мне. И такие они уже взрослые. И они. И такие вот взрослые. Вот которые еще ушли, вспоминаю. А Тарновского я почему-то вот вспоминаю. Он идет вперед, значит, у него нога вперед, а туфель назад. Он всегда был на 3 размера больше. Андрюша, ты побыстрее. Сейчас. Вот так я вспоминаю. А у Паши, ты там у Паши слева боку везде. Вот и будет так. Но она почему она висит, я не знаю. Дюхину, вспоминает Дюхину, как идем, она обязательно у кого-то просит мелочь, протянет руку и просит. Юля, тебе нужна эта мелочь, зачем она тебе нужна? Вот, пожалуйста, сколько парадоксов у нас вот вспомнили. И вот вы уже взрослые. Вот вы уже взрослые люди. Вот вы сейчас уже каждый день вспоминаете свой путь в жизнь. И пойдете вы в жизнь, шагать по ней, кривыми, прямыми путями, у кого как получится. А главное, чтобы вы выбрали все-таки правильно. А теперь пожелание. Каждый пусть узнает себя. Ничто не стоит так дешево, но дорого всем людям. Это добро. Твори добро рассудительно. Живи и будь многодушным. Дни жизни, даже горькие, ведь навсегда уходят и они. Надо помнить о том, что все дни жизни радостные и горькие. Надо ценить, потому что они все уходят. Вот. И хорошие дни уходят, и радостные дни уходят, и печальные, и огорчения. Все это уходит. Дай себе, родная, чтобы этот день был светлым и радостным, и небо было голубым. Люби других и будь любима. Не бойся трудностей, иди, непримиримой быть и справедливой в дальнейшем избранном пути. Мама, вот и наступило то время, когда надо выбрать свою дальнейшую дорогу в жизнь. Перед тобой возник выбор, кем быть. Не пасуй, не отступай от своих намерений. Будь разумной, доброй, помогай тому, кому тяжело, уважай родителей, сестру, брата, друзей, не забывай свои школьные годы, хоть и было порой тяжело и трудно. Будь всегда хорошей, всегда красивой, будь всегда веселой, доброй, славной, милой, с горем не встречайся и не будь унылой, чаще улыбайся, словом, будь счастливой. Желаю тебе, солнышко мое, счастливой жизненной судьбы, мама. Желаю тебе зеленой дороги на твоем жизненном пути, открытых дверей и много хороших друзей, счастья, здоровья, успехов в будущей профессии. И так понятно, что писали родители. Сынок, ты учишься последний год. Пришлось немало вынести маленький уголок для тебя. Любят, ждут, верят в тебя, поймут и простят. Добрый путь. Вот тут вот еще одной. Очень много-много написано. Я как одно прочитаю. Этот праздничный день весь пронизан грустинкой. 10 лет. 10 зим пронеслось. Так прими, дочурка, наше поздравление, здоровья, счастья и добра. И пусть плохое настроение у тебя не будет никогда. На мир смотри, наслаждение, и грусть отступит, и беда,
успех, удачу и весеннюю пусть тебе сопутствует всегда. Очень-очень много. Но я все читать не буду. Я потом потихонечку вам все эти пожелания передам, потому что когда мы начнем работать с вашими альбомами, я вам все передам. Как я начнем работать? Первое, что мы с вами нужно сделать, попробуем угадать сами себе. Попробуем угадать сами себе. Значит, здесь попытались большинство родителей передать вот тут ваши наклонности, ваши особенности. Связано с вашей будущей профессией, с вашими желаниями, возможностями. Мечты родителей передаются в этих иллюстрациях. Поэтому сейчас будем каждый сам себя найти. Но многие не найдут, потому что не все родители смогли вот так творчески выразить вас. Могут только словом поздравить, могут только словом сказать. А многие могут вот так нарисовать. Вот попробуйте себя создать. Ну снимай, давайте посмотрим. А в альбомах у вас свободен, я думаю, вы не смотрели. Вы есть? Узнала? Нет. Оля, узнаешь, Оля, да. Маска, будущий сидит. А я знаю, что это нет, Нет, я еще. Да, сестра.